Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня в видео я хочу показать вам свой второй небольшой заказ по четвертому каталогу 2020 года в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Еще раз вам напомню, как выглядит каталог номер 4. И действует он по 15 марта включительно. Поэтому, девчонки, если вы еще не отоварили карточки «Твой бонус», я напоминаю вам, что карточки действуют по 15 марта включительно и с 16 марта, когда начнет действовать пятый каталог, неиспользованные вами карты компания аннулирует. Поэтому активируйте и используйте максимально выгодно ваши скидки. Я свой второй заказ делала так, как заказывала некоторые новинки из пятого каталога. И также доотоварила свои карточки «Твой бонус», то есть те карточки, где у меня еще была скидка вот 45%, я постаралась отоварить и что-то для себя приобрести. Ну и кое-что я взяла не по карточкам, а так, как мне это было необходимо. Еще раз напомню новичкам, что в этом каталоге вы за свой первый заказ на сумму от 1699 рублей в цене каталога, минус после регистрации будет у вас скидка 20% плюс сбор за доставку, можете получить в подарок одну из парфюмерных водичек из коллекции Рената. Это либо Рената в красном флаконе, либо Рената Секрет в зеленом флаконе. И эти парфюмы, один из ароматов на ваш выбор, вы получите при втором заказе уже по каталогу номер 5 с 16 марта. Обязательно берите для себя пробники этих ароматов, тестируйте, определяйтесь, какой хотите получить в подарок. Ссылка для бесплатной регистрации всегда есть под моими видео. Ароматы шикарные. Для вот сетевых они просто великолепные, поэтому успевайте воспользоваться этой акцией, получить для себя в подарок одну из водичек. Ну а теперь давайте смотреть с вами мой заказ. Сразу хочу отметить, что на губах у меня сегодня нанесена матовая жидкая помада из линейки Glam Team. Я вам обещала, что покажу, как смотрится на мне этот оттенок. Это тон 40462, и это оттенок называется розово-персиковый. Красивый оттенок, он такой вот довольно светлый, ну то есть действительно такой розово-персиковый оттенок, но вместе с тем он прекрасно освежает, и этот тон не полосит. То есть матовые помады светлые не бывают грешат тем, что могут наноситься неравномерно, немножечко плешивить. Этот тон этого не делает, поэтому мне он очень нравится. И да, девчонки, я вам обещала, что у меня, по-моему, 6, наверное, вот оттенков есть из этой коллекции. Обещала вам показать свотч. Но вы знаете, я смотрю, что в каталоге что-то у нас эти тона редеют, их становится меньше, поэтому вот я не знаю, некоторых оттенков уже нет в каталоге, целесообразно или нет для вас снять такое видео. Если да, то напишите, я постараюсь в ближайшее время для вас снять это видео и показать вам эти оттенки. Ну, может, просто даже для коллекции будет интересно. А может быть, я надеюсь, что все-таки в каталоге на складах у нас появится палитра этих помад, так как они шикарны, и даже, может, компания нам расширит эти оттенки, я очень на это надеюсь. И давайте уже смотреть мой небольшой заказ. Вы знаете, я по карточкам «Твой бонус» со скидкой, по-моему, даже 40%, все-таки вышла, по-моему, да, была 40% скидка, 133 рубля для меня с моей скидкой вышел этот товар. Это гель для интимной гигиены из детской серии Baby Faberlic для младенцев. Он идет с экстрактом череды и алоэ вера, но я использую его как гель для интимной гигиены для всей семьи. Мне он очень нравится, отличнейший продукт, он не вызывает аллергии, это все-таки детская серия, он имеет тонкий нежный аромат, дозатор, прекрасно размыливается, поэтому я очень довольна этим средством и прям вот с большим удовольствием его использую. Очень нравится, вот и для племянников такой я приобретала, тоже хороший продукт, поэтому могу прям его с уверенностью советовать. Если у вас выпадает скидка для в разделе для ванны и душа, посмотрите, он там есть. Там есть и для купания, вот из детской серии тоже этот продукт, поэтому прям советую вам обратить внимание. Повторила я гель для душа, это лимитированный выпуск, он у нас выпускался к празднику 8 марта, и я повторила
именно солнечную мимозу. У меня уже первый флакончик, вот осталось его прям совсем чуть-чуть, отправлю в пустые баночки. За март в баночках он будет, покажу вам. И я прям с удовольствием пользуюсь. Аромат весны, аромат такой вот цветочно-зеленой весенней свежести. Очень довольна. Он гелевый, но кожу не сушит, прекрасно работает. Поэтому я прям вот восхитительный аромат для меня. Ну вот весна очень приятно пахнет. Еще вот мне понравился с тюльпаном. У нас в этой коллекции есть еще гель с орхидеей, но он более такой вот приятный, конечно, очень, но он более сладкий и, на мой взгляд, более такой, наверное, густой зимний аромат. Поэтому я вот с орхидеей использовала как жидкое мыло уже, а именно с мимозой и с тюльпаном использую вот для душа этот гель, и мне очень нравится. Следующее, что я приобрела, так как в прошлом каталоге я прошляпила, не знаю, по чьей вине, наверное, скорее всего, по моей, это маска питательная для всех типов волос. У меня, я вам говорила, было много карточек на серию для волос, скидка. Некоторые я отоварила, те, что были более выгодно. Ну, а здесь, по-моему, тоже или 40, или 45% оставалась у меня скидка. Все-таки дешевле, чем в каталоге, и поэтому я решила взять на пробу маску питательную для всех типов волос из линейки Salon Care. До этого я приобретала активную гиалурон-масочку, и мне она прям вот понравилась, как она работает вместе с шампунем против выпадения. А вот эту маску я уже сегодня вот один раз использовала. Она приходит также зафольгированная, и эта маска идет вот отличие от той, что с гиалуроном, она голубенькая, а это идет беленькая, и она восхитительно пахнет маслами. Здесь в составе этой маски 4 вида масел, и она, вы знаете, вот, ну, действительно такая вот прям маслянистая. Но мне кажется, вот та, которая идет у нас с гиалуроном, она более скользкая. То есть вот даже когда наносите на длину волос, то вот эта скользкость на волосах, она больше ощущается, и с гиалуроном она дает все-таки больше такой, вы знаете, вот, ну, что ли, разреженный волос, и лучше расчесываться. Это все-таки она как-то подпитывает, и вот этой разреженности от этой маски меньше. Ну вот сегодня я использовала, кто его знает, в принципе, блеск она придает, уже такая маска у меня была. И вот решила я тоже ее попробовать. Но потом вот я еще освежу в памяти свои ощущения, скажу вам, какая лучше. Но разреженности и скользкости волосам все-таки с гиалуроном дает больше. То есть, как бы, наверное, больше увлажненности. Вот. А здесь больше напитанности придает именно маска питания. Так что, девчонки, обращайте свое внимание. Следующее, что я заказала. Вы знаете, в каталоге я не вижу этих колготок, но так как эти колготки были у меня, выпала скидка 40% на колготки по карточкам Твой бонус, то я решила по серии поискать эти колготки на складе. На складе они оказались, цена, по-моему, 229 рублей, цене каталога, а так у нас на колготки скидка всегда 20%, то есть независимо от того, 50 баллов у вас или меньше, скидка на одежду, колготки, аксессуары, на белье всегда 20%. И я решила заказать прям вот на весну колготок прям побольше. Заказала я себе и маме такие колготки, и поискала я на складе они есть. Мне очень нравятся вот именно колготки вот в этих у нас таких красненьких упаковках. Я взяла колготки 40 ден, по-моему, 20 есть. Давайте буду называть вам цвет и буду называть их артикул. Если что, в описании под видео будет, заглядывайте туда. Это цвет дымчатый, и это модель ST, английские, без пробелов, 404. Вот так вот выглядит цвет дымчатый. ST-404. И дымчатый оттенок я, по-моему, взяла или 2, и вот, или 4 вот упаковочки. Ну, в общем, уже не помню. Да, по-моему, так. И следующие, это колготки в черном цвете. Эти я вот маме приобретала. Ей я брала дымчатые и черные. Это ST-403. То есть можно тоже поискать, посмотреть, потому что колготки великолепно носятся, у них отличное качество, они не протираются. Очень я довольна этими колготками, поэтому прям вот могу вам посоветовать. Так, это тоже дымчатый ST-404, такой же вот дымчатый цвет. И следующий — это кофе. Он очень красиво смотрится на ножках, вот такой оттенок загара, вот цвет кофе мне также нравится, по-моему, был телесный. Цвет кофе имеет артикул ST-405.
То есть, смотрите, девчонки, заглядывайте в описание, все там будет, и прям вот отличные колготочки на складе, они есть. Но надеюсь, что на ваших складах они тоже имеются. Также у меня была еще скидка по карточкам на декоративку 45%, и я решила ею воспользоваться и взяла для себя в запасы еще свою любимую тушь Push Up. Думаю, пусть будет. Кстати, она будет у нас, по-моему, в 6-м каталоге идти по желтым ценникам. Там тоже тогда дальше чуть-чуть я запасусь. Ну а сегодня у меня на ресницах нанесена тушь Miss Curl. Вот это та тушь, которая была раньше Dry & Roll. Она переупакована, и мне она очень-очень нравится. Вот сейчас тоже пользуюсь с удовольствием, но, конечно, для трех слоев она уже раскрасилась у меня, но все-таки нужно вот как, ну, чуть-чуть вот повозиться, да, минут 5-10 ее нанести. Вот если push-up можно, наверное, в один слой сразу, то вот такой эффект дневных ресниц сделать быстрее, то здесь это вот эффект достигается чуть подольше. И у нас в 5-м каталоге эта тушь будет идти, по-моему, бонусом за покупки. Обращайте на это свое внимание. Вот не подготовилась, не найду страничку для вас, хотела показать. Но ищите эту тушь. Она идет в черничном, коричневом и черном цветах. Вот кто-то, может быть, любит коричневый оттенок, но я, например, для себя заказала черничный. В прошлом году его тоже заказывала. Он летом смотрится великолепно, то есть он не яркий, но он дает, вот если посмотреть на преломление света, такой красивый оттенок. Не могу найти, хотела прям... А, вот эта тушь на страничке 87. Вот, чтобы вам не быть голословной, покажу. Будет бонусом всего 199 рублей минус скидка. Я думаю, что эта тушь очень быстро разлетится. У нее силиконовая щеточка в форме ложечки, которая прекрасно и подкручивает, и вытягивает, и приподнимает, и делает объем ресничка. В принципе, она в течение всего дня хорошо держится, и она хорошо смывается. Поэтому я прям довольна. Также я по карточкам «Твой бонус» у меня еще была скидка... тоже или 40%, ну что-то вот до 50% на уход за кожей лица. И я решила с этой скидкой взять для себя еще один морской эликсир из линейки Океанум. Я пока сейчас Океанум отставила и решила доиспользовать, уже прям добить Варио. Наверное, отправлю в марте в пустые баночки, потом начну Океанум. И у меня вот этот эликсир, пока вот я, наверное, дней 5 тестировала, чтобы вам рассказать свои ощущения, у меня где-то, наверное, половина флакончика его ушла. Он очень быстро расходуется, поэтому вот для использования полностью вот серии, мне, конечно, одного флакона будет маловато, и поэтому я заказала второй. Баночка здесь в стекле идет, здесь ее всего 15 мл. Этот эликсир, он прекрасно усиливает действие кремов, поэтому тоже вот обращайте свое внимание. Вообще серия отличная, если у вас карточки выпали по уходу за за кожей лица, то обязательно берите. Я думаю, что эта линейка вам понравится. Но я вам всегда советую, начинайте с 1-2 средств, протестируйте, попробуйте, так как все-таки линейка не бюджетная. Жаль, что, конечно, нет пробников, но бывает из пробника не всегда поймешь, что пробник там 1-2 раза нанес и не понял, как действовать. Чтобы хорошо протестировать, конечно, и на реакцию, ну, где-то с недельку попользоваться необходимо. Поэтому берите всегда по 1-2 средства, потом можно докупить будет полностью серию. Думаю, что ничего страшного в этом нет. Из новинок я вам быстренько покажу, что я взяла. На это будет у нас с вами отдельное видео. Постараюсь, наверное, как-то сделать для вас тестирование. Я вчера только забрала заказ с новинками. Не стала я все брать. Взяла то, что мне хотелось протестировать в первую очередь. И обязательно потом вам расскажу подробно, так как я еще не пробовала эту серию. Это у нас новая линейка Carboxy Oxy. Первый, второй шаг идут в отдельной коробочке. Третий шаг, маска, тоже у нас отдельно представлен. То есть, и вот в каталоге номер 5 будет набор. Все три шага за 799 рублей. Линейка обогащена углекислым газом, который вот именно направлен на то, чтобы активизировать микроциркуляцию в клетках, и более эффективно кожа поглощала кислород, то есть выравнивается тон, разглаживаются морщинки, сияние придается, упругость и улучшается тонус кожи. Ну вот так вот заявлено у нас на упаковке. Попробую, постараюсь я вам прям показать наглядно, как это все будет выглядеть, свои ощущения, может быть, даже первичное использование сниму для вас отдельное видео, и мы с вами тогда более детально, более подробно эту линейку рассмотрим. Но я думаю,
думаю, что эта линейка будет действовать, вы знаете, аналогично, как вот у нас в серии «Эксперт» программа ABC Peeling была. Ну вот только тут немножко, конечно, другие ингредиенты, но, в принципе, наверное, принцип тот же самый. Хотя там у нас больше на отшелушивание мертвевших клеток. В общем, посмотрим, как будет работать здесь. И взяла я два кондиционера. Я решила, у нас, по-моему, 4 новых кондиционера будет, взять 2 кондиционера, 2 в одном. Один у нас орхидея у меня и кашемир, а второй, по-моему, идет прованс, да, дыхание прованса. Вот орхидея кашемир более такой насыщенный, сладковатый. Его я уже вчера попробовала постирать с ним белье. Конечно, из флакона он прям концентрированный, яркий аромат, такой сладкий, с кашемировыми нотками. Но на белье он приятный, тонкий. То есть он не такой вот, не яркий получается, но, мне кажется, чуть ярче, чем у нас была предыдущая линейка. А вот прованс в флакончики, он такой более спокойный и, ну, прям не лаванда-лаванда. Давайте, наверное, я свяжу в памяти свои ощущения по отдушке. Тоже он такой немножко вот сладковатый, но он более тонкий и он более такой, меньше в нем вот этой сладости. И мне кажется, ну, мне как-то вот на именно вот на сейчас больше вот из флакончика нравится, как пахнет прованс. Но я еще постираю, тоже попробую вот белье, и потом вам уже точно скажу свои ощущения, как уже после стирки. Потому что из флакона ощущения одни, а уже когда попользуешься, ощущения другие. Ну вот и все, что пока я заказывала из новинок. Остальное я не стала приобретать, может быть, потом позже приобрету. И вот такой мой был небольшой заказ. Пишите, что заказывали вы, обращайте внимание, что есть колготки. И да, девчонки, хочу вам сказать еще отдельное спасибо. Я тут сняла недавно видео о блогерах и о зрителях. И вы знаете, я вам очень благодарна за то, что вы откликнулись. Вообще у меня на канале, вот, ну, я стараюсь, чтобы как-то больше к вам всегда быть на позитиве. Я очень не люблю негатив. Наверное, по этой причине я это видео сняла. Думала, выкладывать или нет, потом как-то я его опубликовала, и тут же я его, наверное, часа через 2-3 удалила, потому что, ну, не стала я перед 8 марта портить вам настроение, и не люблю вот эти вот все негативные эмоции, поэтому все-таки решила, что, ну, не стоит, наверное, вот заострять на этом, на всем внимание. И спасибо вам огромное, что вы откликнулись, я ваши пожелания все прочла. Постараюсь вот в ближайшее время тоже обязательно их учесть по поводу видео, по поводу прямых эфиров вы просили, по поводу того, что вот о Faberlic видео для вас еще раз освежить в памяти, снять. Все это постараюсь для вас в ближайшее время сделать. И я вам очень благодарна. Вот как-то стараюсь всегда, вот, чтобы на канале была дружелюбная атмосфера, дружелюбная обстановка. Я думаю, что все-таки нам всегда этого негатива хватает в жизни, он здесь нам абсолютно не нужен. Нужно всегда быть на позитиве, друг другу улыбаться, доверять и приходить всегда с хорошим настроением. Все тогда будет у нас замечательно. Ну а теперь я говорю вам всем пока. Я всех очень люблю, целую. До свидания, девчонки, до новых встреч на канале.